Всем привет, здравствуйте. Извиняюсь за небольшую задержку. Ну что ж, сегодня у нас среда, 13 марта, и традиционный подход, то есть обзор, экономический обзор, смотрим, какие у нас ожидаются новости сегодня и до конца этой недели. Да, хотел бы предупредить о том, что у меня сегодня последний семинар. Встретимся в следующий раз уже только в понедельник. Да, правда, в 3 часа сегодня еще состоится базовые принципы, будем торговать, а в четверг и в пятницу семинара не будет. Пожалуйста, этот момент постарайтесь учесть. Ну что ж, переходим теперь непосредственно к экономическому календарю и смотрим на то, какие события нас сегодня ожидают. Ну, во-первых, значит, сегодня у нас 13 число, среда, только что вышли данные по промпроизводству из Евросоюза, видите, какие плохие данные вышли, идет снижение. Вот. Ну и, соответственно, сегодня ждем Соединенные Штаты, розничные продажи и ключевой день — это Банк Канады по поводу процентных ставок. Вот. Ну, ожиданий никаких нету, и, соответственно, там будет разговор идти в контексте, связанном с нефтью, конечно же. Нефть хорошо растет, поэтому, собственно говоря, канадец и укрепляется. Далее, завтра просто будет очень такой жаркий день. Хорошо, что мне завтра не будет. Это в плане того, что большое количество новостей ожидается из Австралии, из Евросоюза. Ну, собственно говоря, вы здесь видите. Ну и ключевой день, связанный с заседанием Банка Англии. Вот. Так что в эти дни, в четверг, пятницу, будьте осторожны, то есть активно фанатизм не проявляем, торгуем исключительно осторожно со стопами в контексте вот этих новостей. Уходим из календаря, теперь возвращаемся к графикам, что мы здесь видим. Ну, вчера мне удалось поторговать достаточно активно, значит, и вверх, и вниз, насколько я помню. Ой, не ту кнопочку нажал. Так, выбрать период. За последние два дня, значит. Да, вот неплохая торговля была эти дни. За последние два дня. Вчера стопы сработали стопом, но мне удалось компенсировать убытки хорошим движением. Ну, собственно говоря, вот такой результат. У кого есть доступ, в принципе, можете посмотреть. Так, ну что ж, переходим к евро-доллару. Текущая ситуация евро-доллара сейчас здорово корректируется. Да, и недельный график, посмотрите, пока что тенденция на нее сохраняется. Здесь, скажем так, сделать разметки достаточно сложно. Ну, давайте так, не будем усложнять то, что и так сложно. Торгуем то, что есть. Вот в текущем моменте это движение наверх, оно выполняет правила формирования тенденции на недельном графике. Обновляется вершина, не обновляется впадина. После обновления вершины, естественно, следует коррекционный откат. Поэтому в текущем моменте здесь ожидаемый, возможно, коррекционный откат может случиться. Насколько он глубокий будет, лучше всего это оценить на дневном графике. Но потенциал у этого хода, вернее не потенциал, а направление, оно есть. И движение оно связано с аптрендом. Единственный вопрос — это пробитие опорной точки. Пробитие ее будет ознаменовать более высокий коррекционный подъем, вот в район 1.25. Это как минимум. Далее, переходим в дневной график, и вот здесь интересный момент возник. Вот, когда мы строим линии поддержки и сопротивления, есть определенные интересные взгляды на рынок. Когда рынок идеально отрабатывает линии поддержки, то есть находит в данном случае качество ее поддержки, то это означает, что и при этом далеко от него не отрывается. Я этот процесс называю залипание или прилипание, как хотите. И в конце концов, такого рода поддержки, как мы здесь видим, обычно хорошо пробиваются. Ну, здесь вот, собственно говоря, я об этом говорил. И, как говорится, оно говорится перед глазами, вот это вот событие. То, что произошло вчера, обновление вершины, тут же разворот и обновление предыдущих впадин. И вот сегодня это движение было поддержано. Значит, как относиться к такому движению? Ну, во-первых, я этот вопрос поднимал в плане того, что это для меня не является сюрпризом, данное движение. Тем более, вчера активно продавал.
Значит, вспоминаем историю, либо цена может корректироваться вот таким вот замысловатым образом, да, вот с коррекционными откатами внутри нисходящей тенденции. И в то же время движение может быть весьма динамичным, вот, вот такого плана. Но в любом случае, в текущем моменте, если мы торгуем эту тенденцию наверх, ждем завершения этого коррекционного отката, сложно сказать, где оно закончится. Но в связи с тем, что цена не достигла верхней границы канала и вернулась ниже предыдущей вершины, можно ожидать, что это коррекционное движение вниз может быть достаточно существенным вот к этой нижней границе канала. Поэтому не забываем о том, что тенденция сохраняется на коротких таймфреймах, в данном случае на часовом графике. Соответственно, ищем возможность для входа в рынок в продажу. И в принципе, вот здесь сейчас вот, как раз посмотрите, рынок сформировал вторую вершину, он достаточно такая сложную форму имеет. Но тем не менее, вторая вершина сформирована, канал есть, и возможно здесь уже идет, можно создавать разметку для движения вниз. Остался последний штрих, вот только что состоялся пробой, как мы видим. Предыдущие впадины, то есть после пробития предыдущей вершины рынок окончательно здесь решил похоже идти в глубокие коррекционные движения. Цель этого падения, естественно, является первое, это граница, нижняя граница канала, вот этого нисходящей маленькой тенденции. Ну а в долгосрочной перспективе ожидаю возможное движение вниз с целью достижения зоны покупки, да, то есть набора позиций. Вот это среднее значение. Вот в этой зоне, где откуда, собственно говоря, началось это движение наверх. Ну вот сейчас произошло пробитие. Соответственно, стратегия очень простая. Коррекционные откаты и ждем коррекционные откаты, встаем вниз. Ну, в данном случае здесь уже на часах ждать существенную коррекцию не приходится. Соответственно, открываем 5-минутный график. И вот в этом 5-минутном движении, кстати, здесь все уже линии стали неактуальны, наблюдаем за характером движения цены вниз. Вот. Вот он канал. Ну, опять же, вот он канал. В этом движении, 5-минутном графике, коррекционные откаты есть, имеющие, создающие вот эти опорные точки. Как только они завершают коррекцию, возобновляют падение, встаем вниз. Но, к сожалению, вот сегодня, вот, по всей видимости, настроение очень серьезное движение вниз, и не дает возможность рынок войти в рынок, предварительно создав опорные точки. Ну что ж, тогда в таком случае я обычно пропускаю эти движения, потому что самое внизу вставать вниз, это для меня не совсем правильное решение. Ну, собственно так, то есть буду ждать хорошего коррекционного отката, и в то же время не забываем о том, что тенденция дневная наверх сохраняется, это движение вниз коррекционное, оно обосновано, конечно, но не забываем про разметки, которые надо ставить в случае, если цена вдруг с каких-то вот этих вот впадин может возобновить свой подъем. Да? Вот тогда вот есть разметки для входа в рынок в покупку. Явно выражен. Но по поводу вот этого движения, в принципе, оно понятное. С целью, с точки зрения дневной разметки, то есть часовой разметки, посмотрите, вот. Есть пятиволновая структура полностью закончилась, 1, 2, 3, 4, 5, но волновики мне уже ругали по поводу этой разметки, в связи с тем, что третья волна оказалась самой короткой. Сложно сказать, сложно оценить эту текущую ситуацию с точки зрения волн, да? То есть первая волна и пятая. Третья волна, вот импульсное движение, третья волна, оно не может быть самым коротким по сравнению с первым и с пятым движением. Сложно оценить эту разметку, тогда, наверное, надо будет считать, как это первая, вторая и вот третья волна здесь, да, но для меня это, в принципе, это несущественно. Это связано с тем, что я смотрю за общей тенденцией, рынок вышел из восходящего канала, в данном случае здесь вот сейчас находится, что усиливает возможность для более глубокого коррекционного падения. Но в любом случае, данное движение вниз, это как коррекция перед возможным дальнейшим ростом наверх. Поэтому я говорю, ищем возможность продавать на 5-минутном часовом разметке, но с точки зрения глобальной тенденции, да, движение наверх сохраняется. Даже не исключая, вот я вот здесь сделал разметку, возможно даже будет и вот такое коррекционное падение, но в любом случае это коррекционное падение в рамках восходящей тенденции наверх. То есть вот дневная тенденция наверх, она сохраняется. Поэтому... И признаков разворота, вот он этот канал, признаков разворота наверх здесь, то есть вниз, здесь пока не видно. Поэтому данное движение это коррекция перед возможным глобальным подъемом наверх.
Вот, это дневная 4-часовая разметка. Ну а часовая разметка, смотрите, вот тенденция идет, пока она сохраняется. На 5-минутном графике ждем коррекцию и встаем вниз. Собственно, все. Для меня здесь сейчас здесь разметок нету, поэтому не знаю, где я сейчас буду принимать решение о входе в рынок. Поэтому пока вне рынка. Фунт, то есть цена уже ушла. Британский фунт, недельный график позитивен для падения, никаких признаков разворота наверх здесь нету. Похоже, оно может поддержать движение по евро-доллару. И, соответственно, цель движения вниз. Вот посмотрите, вот он канал. Цена не достигла верхней границы канала. И если цена с этих уровней, скажем так, подойдет опять к предыдущей впадине, то это усиливает сигнал для вот такого дальнейшего продолжения движения вниз. Тем более, что разметка дневная, пробить опорной точки, она актуальна со стопом выше предыдущей, да, вот выше предыдущей вершины. То есть это коррекционный откат вот от этого движения вниз. И не забываем про общую тенденцию, которую пока не сформировала разворот наверх. То есть торгуем тенденцию вниз. Часовой график в этом плане интересен, в плане того, что вот был тренд наверх, и здесь уже канал вниз. Посмотрите, цена, не достигнув верхней границы канала, законсолидировалась, вот как в предыдущий раз здесь, это было здесь. И, соответственно, может быть сформирован сигнал для дальнейшего падения канадца вот, в качестве поддержания евро-доллара. Но в краткосрочном периоде вот этот коррекционный откат явно имеет форму ускорения. Поэтому я ожидаю, что, скорее всего, если произойдет движение вниз, то эта коррекция будет слабой, да, вот слабоватой будет движение вниз. И цена до нижней границы канала может не дойти, потому что была попытка ускорения. Поэтому, если с этих уровней цена вдруг возобновит свой подъем, есть разметка для покупки. Вот как это было вот здесь, посмотрите, трехволновая структура, идеальное решение на вход в рынок наверх. Вот такого момента, в принципе, можно ждать и здесь. Ну а в краткосрочном периоде, конечно, в связи с тем, что общая тенденция укрепления доллара пока что, 5-минутные графики открываем, ждем коррекционные откаты наверх. Желательно, чтобы внутри коррекции сформировались вот эти вот 1, 2, 3 трехволновые структуры. И на 5-минуточках работаем, скальпируем рынок. Вот был пробой, да, то есть коррекционный откат. Вот здесь вот пробитие опорной точки, обновление предыдущей впадины. Дает возможность забирать прибыль. Ну, правда, небольшие прибыли, да, порядка там 20 пунктов. Ну и стопы здесь тоже небольшие, в принципе. Ну, это в рамках попытки встать в хорошую продажу вот в расчете на вот такое движение вниз вот в рамках общей тенденции, да, вот этой тенденции вниз, в рамках продолжающегося падения вниз вот этой тенденции. Ну, сейчас смотрим. Я лично сейчас пока вне рынка, разметок у меня для моих позиций нету, поэтому я сейчас вне рынка и буду ждать дальнейшего развития событий. Так, уходим дальше. Это у нас британский фунт. Да, кстати, хотел бы предупредить о том, что вот по евро-доллару, если мы смотрим, так, от подобного рода движения, посмотрите, пожалуйста, будьте крайне осторожны. То, о чем я говорю по поводу фанатизма, да, вот такого рода движения, в связи с тем, что если цена вот при этом падении не доходит до линии поддержки, возвращается к границам, верхним границам канала, это может дать шансу, шанс рынку развернуться таким образом. Посмотрите, пожалуйста, вот историю, да, вот когда вроде казалось бы просто идеальное падение идет. Вот, например, здесь вот. Посмотрите, какая была отработка, хорошая отработка. То есть вроде все пробили, вроде все замечательно, тенденция вниз, канал есть. А вот подобного рода движения вот очень часто завершаются вот таким разворотом наверх. Поэтому будьте внимательны, осторожны и торгуем, как я уже говорю, без фанатизма. Так же было, например, по швейцарскому франку. Посмотрите, вчера я вот как раз сомневался, но тем не менее сигнал прекрасно себя реализовал. Да? Ну, во-первых, недельный график давит вниз, признаков разворота наверх нету и, соответственно, ищем возможность продавать. Дневной график наконец-то делает более внятное коррекционное движение в рамках нисходящей тенденции. Это коррекционный откат перед возможным дальнейшим снижением вниз. Вот часовой график, то, о чем я вчера и говорил. Посмотрите, вот была тенденция.
выраженная тенденция без признаков разворота наверх, но против этой тенденции вниз был тот факт, что цена, отбиваясь от верхней границы канала, во-первых, она все время его корректировала здесь, прокалывая, а вниз она шла, да, обновляя впадины, но без отрыва от этого сопротивления, да, вот таким образом приходилось все время корректировать. И вот что вчера произошло, как раз во время моего вещания произошел вот этот выброс наверх, вот он выброс наверх. И в таких ситуациях, как правило, сигналом для входа в рынок в качестве разворота тенденции, это пробитие предыдущих, вот, например, вот этой впадины был сигнал наверх, я еще сомневался, покупать или не покупать, вот была коррекция, и в конце концов этот сигнал себя неплохо реализовал. Ну а в дальнейшем, чем опасен вот этот разворот, то что, во-первых, сформировали канал восходящий, вот он этот есть, канал уже есть. Вот он этот канал, в качестве разворота этого канала наверх. И в то же время подобного рода сигналы всегда говорят о том, что пробитие предыдущих локальных вершин это является сигналом для доливок, то есть добавления позиций. Вот здесь вот. Здесь можно было покупать, вот здесь вот. Ну, первый ход здесь вот при пробое. Так, эту линию берем, мешает, эту линию тоже берем. Вот. То есть выход из канала, пробитие предыдущих вершин и вот за рамках вне нисходящего канала. Ну и соответственно пробитие предыдущих вершин, вот этих вот локальных, да, вот, от которых мы по которым строили линию сопротивления, является сигналом для добавления позиций. Собственно так вот. К сожалению, цена уже ушла, говорить здесь что-либо здесь уже поздно. Ну, буду ждать коррекцию и вставать наверх. Пока что разметок нету, поэтому опять же я вне рынка. К тому же, в связи с тем, что я рано утром завтра уезжаю, честно говоря, позиционировать сейчас достаточно проблематично, то есть открывать позиции. Так, это фунт я рассказал, да, фунт ждем. Далее канадец рассказал, швейцарский франк рассказал. Смотрим российский рубль. Российский рубль сегодня интересное движение производит. Вот посмотрите, недельный график обновил впадины, да, обновляет впадины. Тенденция не сохраняется, но отрыв от мувинга здесь, вот, то есть от верхней границы канала, достаточно слабый. И вот на дневном графике, вот, это очень хорошо видно, да, то есть вот приходится, вот уже, так, первая была коррекция, сейчас вторая коррекция линии тренда, ну, а третья, значит, по всей видимости, будет пробитие. Но цена сейчас позитивно давит вниз, но вот здесь вот интересный момент. Дневной график сегодня открылся торговли с большим гэпом наверх. И сейчас рынок пытается продолжить эту тенденцию. Да, по канадцу, кстати, там интересный сигнал появился. Сейчас надо посмотреть. Вот часовой график, посмотрите. Вот этот гэп, который вот здесь вот он сформировался на открытии, сейчас рынок пытается его закрыть. Вот, и явно идет замедление. Ну, скорее всего, это, наверное, последняя уже пятая волна. Вот в рамках, то есть, вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Тут такой треугольник был обратный. Возможно, здесь уже будет формироваться сигнал на вот такое движение наверх. Надо смотреть по выходу из этого нисходящего канала. Но сигналом для входа в рынок, опять повторяю, это пробитие предыдущей вершины, через которую строим линию сопротивления. Все, в принципе, уходим с рубля. Возвращаясь к канадцу, там интересный момент произошел. Вот недельный график пробил предыдущую впадину. Вот здесь ситуация достаточно сложная в плане того, что здесь, по идее, это исторический уровень. Да, вот, как она его будет пробивать, сказать сложно. То есть это район 1.28. Вот. Но сигнал для продолжения тенденции есть. Боюсь, что может случиться уже и разворот даже глобальный. Да, вот. Ну как раз то, если вы помните, с психологической точки зрения, я предупреждал пару дней назад, если я поверю в то, что это действительно разворот тенденции, то возможно может наступить и вот такое, вот такое наказание за то, что я поверил, что тенденция развернулась. Поэтому надо стараться уходить от мнения того, что развернулась тенденция или нет, торговать то, что есть. Вот в этом плане смотрим часовой дневной график, посмотрите, пожалуйста. Тенденция вниз сохраняется, обновление произошло, но тем не менее характер движения цены вниз не предполагает то, что цена может достичь нижней границы канала. Поэтому вот уже сколько раз приходилось корректировать эту линию тенденции, здесь вот пришлось корректировать, вот раз коррекция, потом вторая коррекция, третья. И вот как бы третья коррекция произошла, вот здесь это третий раз корректировали. Но вот жду, что в конце концов все-таки рынок попытается вот развернуться здесь наверх. Пока что предпосылок к этому нету, но фактор замедления и то, что цена идет вдоль верхней границы канала,
я делаю предположение о том, что надо где-то здесь искать возможность для покупки. Но пока еще разворота здесь нету, поэтому открываем часовой график, торгуем тенденцию. Тенденция вниз сохраняется, она активна. Вот. Все разметки, которые здесь формировались, они неплохо себя реализовали. Тенденция, посмотрите, обновили предыдущую впадину. Ну и соответственно, что? Коррекцию ждем наверх, к верхней границе канала. Вот сюда вот. Любой подъем наверх с этих низов, это коррекционный откат перед возможным тенденцией вниз. Вот, ну, посмотрите историю. Здесь явно выражена трехволновая структура, они себя прекрасно реализовали. Что было здесь, вот трехволновая АБЦ, пробой сигнал вниз с обновлением. Здесь вот тоже была сформирована трехволновая структура, первая, вторая, третья. Да? И пробой, правда, тяжеловато, но тем не менее рынок продолжил движение вниз с пробоем предыдущих падений. Собственно говоря, вот такой вариант событий надо ждать и здесь. То есть подъем сейчас текущих уровней, я не жду прям резкого падения вниз. Жду все-таки после обновления предыдущих падин хорошего коррекционного подъема. Ну вот, может быть, это случится сегодня после заседания Банка Канады. И может быть вот такой вот коррекционный подъем после его решения. Цена и так находится в самом низу. Честно говоря, уже в самом низу после пробития предыдущих падин вставать желания нету. Но буду ждать возможность для покупки. Для этого необходимо, чтобы рынок здесь сформировал четкий сигнал на разворот тенденции. Да? То есть, но это будет связано с характером движения цены. Опять же, вот здесь вот канал, цена подошла к нижней границе канала, произошел отбой. И теперь что решается вопрос? Если цена подойдет к верхней границе канала и проколет его, тогда уже появляются признаки возможного формирования разворотного тренда наверх. То есть необходим формирование канал, которым цена будет двигаться в качестве разворота этому движению вниз. Вот такой сигнал, в принципе, надо здесь будет ждать, когда рынок сформирует вот подобного рода конструкцию. Пока что тенденция не сохраняется, в самом низу вставать вниз, честно говоря, желания нет, поэтому я вне рынка и по канадцу. Уходим дальше. Швейцарский франк. По франку я уже говорил, рассказал эту ситуацию. То есть вот произошел разворот тенденции. Ну, на 5 минутках, соответственно, канал уже есть, вот он, этот канал сформирован, обновление произошло. Соответственно, либо на часах ждем коррекционного отката, либо на 5-минутном графике ждем коррекции, да, трехволновую структуру, раз, два, три, и встаем наверх. Тем более, что тенденция наверх имеет свойство к ускорению. Вот, соответственно, вот коррекция, и в конце этого коррекционного отката встаем наверх. Стратегия очень простая. Уходим дальше в новозеландский доллар. Новозеландский доллар обновляет вершины на дневном графике. Тенденция, наверное, сохраняется. Хороший был сигнал на дневном графике. Вот здесь вот пробитие опорной точки. Вот он, этот сигнал. Здесь вот я линию выделил. Подтверждает настроение. Тенденция наверх сохраняется. Вот это здесь было пробитие опорной точки. Ну, соответственно, вот посмотрите, сейчас рынок скорректировался, ждем коррекцию поглубже, и если цена перестает падать, возобновляет свой подъем, встаем наверх. Ну, собственно, торговля по тенденции с формированием вот этих трехволновых структур либо треугольников, и ждем реализации этих сигналов для торговли по тенденции. Ну, правда, в текущем моменте потенциал хода достаточно слабый, потому что цена находится у самой вершины. Ну вот как вот здесь, то есть вот, после прокола хороший существенный коррекционный откат. Ну, в принципе, можно дать вот такого подъема дальше наверх. То есть гадать здесь не надо, тенденция здесь наверх сохраняется, признаков разворота нету, поэтому коррекцию ждем, встаем наверх. Это у нас часовой график, на 5 минутках можно пытаться выловить какое-то движение. Ну вот посмотрите, вот обновили вершину, коррекцию сделали. Единственное, что здесь неприятно, то, что здесь нету разметок, да, существенных разметок, которые бы давали сигнал для покупки. Но в таком случае, опять обращаемся к истории, значимые разметки, они есть. Например, вот здесь вот оказалось, как правило, да, вот пробой, сигнал для роста. Здесь, к сожалению, сложно мне сейчас определить, поэтому тоже вне рынка. Ну, локальные вершины можно ловить, вот, то есть вот именно вот в этом подъеме, ждать коррекционные откаты. Вот, то есть, как бы такое движение. И вставать наверх после пробития вот этих локальных. То есть не смотрим здесь, смотрим вот на этот подъем. И пробитие опорных точек — сигнал для роста наверх. Но опять же, это 5-минутный график. Посмотрите, спред для такого движения достаточно убийственный. Поэтому, опять же,
вне рынка. Дальше смотрим. Японская иена. Японская иена хорошо идет подъем. Да, обновили. То есть вот то, что цена достигла зоны покупки, да, предыдущего подъема, то есть зона спроса. Сейчас идет коррекционный откат. Соответственно, ждем окончания этого коррекционного отката, если вы торгуете недельно-дневные графики, и встаем вниз. Но вот краткосрочно можно работать вот в этой тенденции. Вот, пока признаков разворота нету, соответственно, вот она эта тенденция, имеющая форму ускорения, да. Соответственно, коррекционные откаты дают возможность для входа в рынок в покупку. Ну вот было пробитие, вот топорная точка, сигнал на пробитие был вот пробой этого уровня. Здесь этого нету, поэтому на самом верху вставать наверх я не собираюсь. Это часовой 5-минутный график, поэтому ждем более существенного коррекционного движения вниз, вот подобного рода, и встаем наверх, когда рынок заканчивает свою коррекцию, тоже вне рынка. Золото падает на дневном графике. Ну вот, собственно, этого я ждал. Вот, честно говоря, не верилось, что именно сейчас она развернется наверх. И вот рынок, похоже, может сформировать более глубокую коррекцию вниз. Но это в рамках возможного разворота тенденции наверх. Да? То есть не хватало вот этого движения. Именно не хватает вот такого падения вниз для того, чтобы сформировать канал. Вот такой вот канал для роста. Если этот рынок ждет именно разворота тенденции. Смотрим дневной график. На дневном графике вот не дотянули до точки B, A, B, C, да, и вот опять ушли вниз. То есть это вот это движение может закончиться тройкой вниз. То есть тройка вниз, тройка наверх и тройка опять вниз. То есть от такого плана движения сложно сказать, какую форму она будет иметь. Но фактор троек, они здесь есть, присутствие. То есть вот такое движение вниз. То есть здесь тройка вниз, тройка наверх и тройка вниз. Вот докуда будет эта коррекция, это уже, собственно говоря, роли не играет. Главное то, что вот этот вот подъем нуждается в таком коррекционном откате. И уже потом, в дальнейшем, можно ждать уже окончательного такого движения наверх в качестве разворота, глобального разворота золота. Жду именно такого сценария. Ну а краткосрочная торговля, да, вот пока тенденция. Да, вот, пожалуйста, уже есть сигнал на разворот тенденции. То есть цена, во-первых, сформировала разворотную модель, сформировала канал. Вот этот канал. Вот. И, соответственно, цена вышла из восходящего канала. Вот здесь. Соответственно, здесь ищем возможность торговли для продажи, то есть коррекцию наверх, встаем вниз. Но в то же время не забываем о том, что пока что вот это движение, оно тоже актуально. Краткосрочно здесь произошел разворот этого подъема наверх-вниз. Поэтому целью этого падения нижняя граница канала, восходящая тенденция. В текущем моменте пока что вот актуально вот это движение вниз. Пока мне рынка. И уходим в последний, это австралийский доллар. Австралийский доллар, обновив вершину дневную, пошел вниз. Но тенденция наверх сохраняется позитивно. Соответственно, ищем возможность покупать. В том случае, когда вот это коррекционное движение завершается, это часовой график, и возобновляется движение наверх. Но здесь структуры нету, посмотрите, гладкое такое падение. Где здесь вставать наверх, абсолютно не видно. Поэтому, скорее всего, надо ждать более глубокой коррекции, вот такой вот, сформирования опорной точки. И уже после такой коррекции можно, в принципе, искать возможность вход в рынок в покупку. Здесь вот, в этом плане. Вот такое. Пока такой структуры нету, поэтому я вне рынка. Ну а краткосрочно, что здесь? Пятиминутные графики, пожалуйста, вот они. Тенденция наверх. Правда, цена вышла из восходящего канала, как бы является предвестником возможного такого разворота вниз. Если это произойдет, то тогда вход в рынок есть для продажи. Вот она, то есть трехволновая структура наверх. Как коррекция, и вход в рынок при пробитии опорной точки, да, тем более что здесь вот будет окончательно сформирован канал, вот канал для снижения, для разворота этого движения вниз. С другой стороны, пока тенденция находится выше предыдущей впадины, не исключая вероятность того, что рынок может уйти в более высокую, ну, то есть продолжить эту тенденцию.
Где здесь вставать наверх, сказать сложно, но здесь более внятная такая вот опора есть вот на этом уровне. Есть локальный пробой сейчас здесь, эта вершина, да, вот. Но, честно говоря, в связи с тем, что цена вышла из восходящего канала, и ну, для меня этот сигнал не очень хороший в плане возможного потенциала хода наверх. А вот окончательно то, что рынок подтвердит настроение для дальнейшего роста наверх, это пробитие данного уровня. То есть вот значимый уровень сопротивления, вот его пробой и сигнал для входа в рынок. Все, уходим, все рассказал, теперь отвечаю на ваши вопросы, если у вас вопросы такие возникли, да? Если вопросы возникли. Так, давайте. Так. Так, все отлично, хорошо. Нефть, давайте посмотрим нефть. Так, мне нужно для этого открыть другой торговый счет. На ЕЦН счетах нету нефти, поэтому демо счет открываю. Так, и что у нас по нефти? Так, нефть. Недельный график, тенденция, наверное, сохраняется, да, но это я в любом случае воспринимаю как коррекция. Похоже, пятая волна здесь, ну, предыдущее вершине, после которого была новая впадина, да, то есть вершина, впадина, то есть коррекция, впадина. Новая впадина. Коррекция трехволновая впадина. Здесь уже трехволновая не получается. Более высокий коррекционный подъем. Но уровень 53.95 это все равно как коррекция. Посмотреть характер его движения надо на дневном графике. И вот, собственно говоря, вот он был прекрасный сигнал для роста наверх. Да? То есть то, о чем я говорю. Конечно, тенденция вниз она есть. Она пока без признаков разворота наверх. И вроде как надо вставать, искать возможность продавать. Но в то же время, господа, вы не забывайте, что это недельная разметка. Пока она завершит коррекционный подъем, это может быть в течение года или полугода. Посмотрите евро-доллар. Зачем? Что нам целый год ждать как, и искать возможность продавать? Нет, торговать нужно то, что есть в текущем моменте. В текущем моменте аптренд. Вот он канал, я его сформировал, объяснял, что... Подобного рода характер движения цены, попытка ускорения тенденции, да, тянет за собой обновление вершины. Вот, собственно говоря, оно и произошло. Причем перед этим обновлением цена, скорректировавшись, не достигла линии поддержки, что характеризует настроение наверх. И при этом коррекционном откате, посмотрите, идеальная трехволновая структура. А, Б, С, вот он сигнал на пробитие. Об этом я вот все время говорил, вот он сигнал себя реализовал, вот обновление вершины. Ну а теперь что? Цена подошла к предыдущим вершинам, не исключая вероятности коррекции. Насколько она будет глубокой, сказать сложно. Ну, то, что коррекция, движение без коррекции не бывает после пробития предыдущих вершин. Соответственно, здесь было бы, скажем так, более серьезно, ну, более значимо ждать именно коррекции. Будет ли эта коррекция? Нет, но смотрим часовые. Ну, тут часовой график просто ракета, да, то есть без признаков разворота. Будет ли эта коррекция существенная вниз, сказать сложно. Вот оно, ускорение. Признаков разворота нет. Есть замедление. Вот замедление. Но вот в этом замедлении сигналом для окончательного разворота здесь пока что и не пахнет. Да, может быть хорошая просадка, но в то же время, посмотрите, когда цена корректируется, есть разметки для, в виде трех волн, да, А, Б, С. Ну, соответственно, если цена пробивает, вот посмотрите, в истории здесь это было, вот здесь это было. Ну и возможно будет и здесь. То есть если цена пробьет, тенденция наверх сохраняется. Признаков разворота здесь нету, хотя канал, можно предположить, что он уже построился. Ну тогда просто я имею в виду, что вот торговать на часах вот в этом канале невозможно. Только на 5-минутном графике. Ну, кто смелый, торгуйте по 5-минутному графику. Вот. Хотя, в принципе, может начаться сигнал вниз. Но на часовом графике пока что все говорит за то, что если цена пробьет вершину, встаем наверх. Ну и в то же время, конечно, есть возможность для более глубокой коррекции вниз. Но как такового сигнала на разворот этой тенденции здесь пока нет. Уходим с нефти. Дальше вопросы. Меня видно на фоне графиков. Что это? Что за картинка? Не понимаю. Ага. Пока нормально. Так.
Так, Михаил, здравствуйте. Марат, вы забыли важную статистику сегодня в 9 часов. Да, сегодня бежевая книга. Да, бежевая книга. Не обратил внимания. Спасибо за то, что вы мне напомнили о ней. Да, спасибо, Михаил. Конечно, бежевая книга. Бежевая книга, надо будет помнить о ней. Так. Так. Да, и Валерий. Валерий Гринин, да. По канадцу, похоже, есть там три маленьких индейца. Я о нем не говорил, потому что, честно говоря, есть вот на дневном графике, вот здесь вот три индейца. Ну вот, как правило, этот сигнал хорошо работает, если это движение коррекционный откат. Если это коррекция в тенденции, то это хороший сигнал для вот такого роста наверх. Ну посмотрите, вот здесь это было. То есть в конце коррекционного отката, когда формируется, вот идет коррекционный откат, в конце коррекции формируются три маленьких индейца. Здесь это было. Это хороший сигнал на разворот коррекции в сторону импульса. Но это в том случае, если это коррекция. А если же это не коррекция, то, как правило, после такого сигнала рынок обычно очень хорошо ускоряется дальше. Ну, сейчас я покажу еще три индейца. Они здесь их есть. Причем канадец достаточно часто и хорошо, неплохо реализовывает. Да? Ну, вот три маленьких индейца, посмотрите. Вот три маленьких индейца, хороший был коррекционный подъем. Вот здесь вот три индейца. Вот. Ну, здесь не совсем правильно, как бы надо рассматривать вот это вот три индейца. Очень хороший подъем был. Но это если в том случае, если был коррекционный откат. Да? Это был коррекционный откат. В данном случае я не знаю, как воспринимать это движение, но я надеюсь, что это все-таки был три индейца. Вот здесь вот. То есть вот, если это импульс наверх актуален, то есть движение наверх актуально. Вот посмотрите, идеальный был три индейца в конце. Вот я такой же сигнал вот в этом плане и как бы рассчитываю, что он все-таки сработает. Но здесь единственная проблема в том, что оказалось пробито предыдущий важный уровень впадина. Как рынок воспринят это, сказать сложно. Но я не стал гадать, в общем-то, смотрим за текущей ситуацией. И еще такой момент. Хочется сказать, что если это все-таки импульс вниз, мне сложно определить это, то, как правило, такого рода движение вот таким образом, это некоторые называют его диагональным треугольником. То есть это может быть диагональным треугольником по волнам лёта, а если это так, то, скорее всего, движение вниз может ускориться. Вот в этом есть опасность. Вот. Хорошая разметка, заметили, молодцы, ребята, молодцы. Заметили три индейца, Валерий, Гринин. Марат, мне стоп-лосс не позволяет торговать на часовке. Значит, мне надо торговать на 5 минутке или искать опорные точки часового канала на М5 и торговать на часовом графике. Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно, Вадим. Если часовой стоп не получается у вас, ну что, тут только 5-минутные графики. Либо совсем мизерным объемом торговать на часовке. Так, по канадцу сегодня процентная ставка. Помним то, что дорогой канадец очень плохо влияет на рост экономики. Канадец не может всем преподнести сюрприз, понизив ставку. Единственная страна, которая распродала весь свой золотой запас. Да, Михаил, поэтому да, этот сигнал, вот три индейца, как раз может реализоваться. Очень хорошо может пойти в рост. Вот этот рост я и, собственно говоря, наверное, жду по канадцу. Так. Так. Вопросы. Марат, я так понимаю, после пробития предыдущей вершины начинается образовываться удачный замах. Как работать при следующем нисходящем канале? Ведь он может продолжить тенденцию вниз, а может развернуться. Так, японская иена. Да, возвращаемся к японской иене. На часовке, да, я так понимаю. На каком таймфрейме, сложно сказать, не указал. Ну вот, собственно, здесь что? Да, здесь может получиться удачный замах, то есть вот рынок пробил предыдущую вершину. Вот, соответственно, и да, есть такая модель такая. То есть удачный замах, пробили предыдущую впадину и тут же пробили предыдущую вершину. Да, и вот уже в принципе здесь может сформироваться сигнал на разворот тенденции. Может быть, конечно, такое. Поэтому я и говорю, вот в текущем моменте вот, не надо ждать, что вот раз тенденция вниз. Надо прям с фанатическим упорством каждый подъем продавать. Да, вот. Хотя такая стратегия есть.
Конечно, можно, но ведь этот процесс коррекции может быть вот до этого уровня, потому что если мы посмотрим общую тенденцию, да, вот она. Посмотрите, какой канал, какой широкий канал в этой тенденции, да, вот так, дневной график. Вот он, широкий канал. И коррекция может быть весьма существенна, да, вот. И что, если цена идет наверх, вы продаете, вниз встаете на растущем рынке, сколько вам придется ждать? Вот, может быть, до сюда придется ждать. А ведь может случиться так, что и разворот в этот момент может произойти. Поэтому не надо вставать против тенденции, которую, даже вот маленькой тенденции, против нее вставать не надо. Просто надо помнить о том, что тенденция вниз сохраняется. И как только появятся признаки того, что подъем завершился, то есть коррекция завершилась, встаем вниз. Здесь, мы здесь не видим этого. То есть вот идет подъем, и этот подъем пока без признаков остановки. Да? Зачем вставать вниз, если рынок пока давит наверх? И причем этот подъем может быть существенным. Просто помним о том, что если вдруг цена ни с того ни с сего развернется, ну, предварительно сформировав некий сигнал на разворот, пойдет вниз и создаст свой канал вниз, канал, в котором цена будет падать вниз, тогда встаем вниз. А сейчас этого нету, поэтому зачем торговать, продавать, если цена растет. В данной ситуации, да, вот, ну, можно пытаться работать на 5-минутном графике. Посмотрите, хорошие тенденции, хорошие сигналы возникающие, надо их реализовывать. Ну, то есть, вот тенденция сейчас на пике, просто дождаться коррекции и встаем наверх. Желательно, конечно, чтобы формировались определенного рода структуры и, соответственно, торгуем то, что вот в текущем моменте есть. Вот в текущем моменте. Ну и в то же время, почему у меня есть 4 экрана? Я помню о том, что вот есть тенденция, основная тенденция вниз. И поэтому, если я торгую против этой тенденции, то я помню о том, что надо ставить стопы и прибыли здесь, потенциал хода может быть ограниченным. Вот, собственно, все. Абсолютно правильно. Так, дальше. Марат, если все-таки взять за вариант 3 индейца перед вечерними новостями, точки входа какие рассматривать? Как в моем варианте, точки входа стою в продаже с 29.53. Ну, знаете, по поводу новостей. Данная ситуация по поводу новостей, что я могу сказать? Вот, пока что особого влияния вот, в текущем моменте на 5-минутном графике новость пока роли не играет. Надо пытаться закрыться или, скажем, выйти из ситуации, когда остается где-то час-полтора до выхода новостей. Вот. В данной ситуации рынок пока, если подает сигналы, я торгую вот именно на часовых и на 5-минутных разметках. Поэтому я вот, кстати, и вот здесь вот сигнал для входа в рынок при отработке 3 индейцев. Ну, посмотрите историю. Посмотрите историю, как работает отработка 3 индейцев. Да? Ну, например, вот здесь вот. Вот был хороший ход после формирования 3 индейцев. Где сигнал был для входа в рынок? Где был сигнал? Ну, естественно, это пробитие предыдущей вершины. Вот, посмотрите. Подтверждением этому является то, что рынок после пробития законсолидировался, набрал позиции, стрельнул дальше. А при коррекционном откате именно эта зона оказалась зоной поддержки перед дальнейшим ростом наверх. Вот. Ну, а в то же время, если мы открываем позицию здесь наверх, вот этот вот коррекционный откат может нас вынести. Значит, надо где-то здесь, вот при отработке этой модели наверх, где-то здесь уже позиционироваться, да, то есть открывать позицию, может быть, стоит за предыдущей вершиной, перед предыдущей вершиной, да, вот, вернее, последней вершиной. Где-то здесь искать возможность для покупки. Я не знаю. Надо искать такую возможность на более коротких таймфреймах. Вот, собственно, так. Либо вот прямо сейчас открывать позицию наверх с постановкой стопа, ну скажем, 100 пунктов ниже 4 знака после запятой. То есть рисковать. Рисковать здесь уже вот перед возможным таким ростом наверх. Сложно сказать, это здесь уже каждый сам как бы для себя решает. Марат, падение, так понимаю, после пробития предыдущей вершины начинается образовываться удачный замок. Как работать? Наверное, я уже ответил на этот вопрос. Не совсем понимаю вопрос, конечно. Ну ладно, в принципе. Вот. Еще раз возвращаемся японскую иену.
Японская иена. Вот дневной график, посмотрите. Вот обновили впадину. Любой подъем к этой вершине — это коррекция. То есть помним об этой ситуации и торгуем вот этот тренд наверх без фанатизма. То есть, ну, то есть это движение наверх, оно может быть ограничено. Правда, ограничение может наступить где-то вот здесь, вот на самом верху. Упускать вот этот подъем, конечно, тоже неправильно. И вот он есть канал. Ну что, да, пробили предыдущую вершину. Может быть попытка, я думаю, что эта попытка будет, попытка продолжения тенденции, но она будет не очень удачной. Потому что сигнал на разворот, первый сигнал уже появился, это пробитие предыдущей этой вершины. Поэтому попытка должна быть. Если она кажется неудачной, то тогда встаем наверх. Ну, собственно, так вот. Ну, добавить просто нечего здесь. В любом случае, после пробития предыдущей вершины здесь, если цена выйдет из этого сходящего канала, лучше всего его смотреть на 5-минутном графике, то опять же, вы поймите одну вещь, что торговать нужно то движение, которое в данный момент происходит. Вот идет тенденция наверх, 5-минутно, значит 5-минутный трейд торгуйте. То есть помним то, что это может быть удачным замахом и коррекция может быть более глубокой, соответственно, вы предполагаете, что если цена... То есть в этом плане надо задавать себе вопрос. Цена пока здесь развернула эту 5-минутную тенденцию вниз? Нет. Значит, ждем коррекции и встаем наверх. С другой стороны, мы помним о том, что это может быть удачный замах перед дальнейшим снижением вниз. Поэтому вы задаете себе вопрос. Хорошо, а если цена все-таки пойдет вниз, где я буду вставать вниз? Когда? Ну, для этого необходимы условия для того, чтобы цена пошла вниз. Просто так цена свалиться не может. Необходимы условия для этого. Но может быть вот такой канал сформируется, и тогда я буду торговать уже вот в этом канале вниз. Но здесь я покупать буду, даже если эта попытка будет неудачная. Вот, то есть необходимы условия для такого движения. То есть просто так вот цена свалиться не может. Необходимы условия, которые она должна сформировать. Этих условий здесь нету. Поэтому гадать, будет ли попытка вниз, конечно, будет, но когда — вопрос сложный. И неизвестно, сидеть в ожидании этой попытки, ну, я считаю, неправильно. Торгуйте то, что есть. Вот, собственно, все. Так, ну все, на этом я завершаю свой семинар. Время закончилось, к сожалению, вынесло из эфира. Сегодня в 3 часа у меня состоится базовые принципы. Попробуем поторговать с теми разметками, которые я сегодня говорил. Кому интересно, присоединяйтесь. Я думаю, новичкам это будет интересно. Хотел бы еще раз предупредить, это сегодня последний мой семинар. Встретимся с вами мы уже только в понедельник. Я уезжаю в Москву, и, собственно, там будут определенные мероприятия. Так что до встречи. Всего хорошего, до свидания.